Всем доброго времени суток, приветствую вас на канале ICO Launch. И сегодня я хочу вас познакомить с стартапом под названием Debitum. Мы этот проект сегодня будем разбирать вместе с Мелани. Ну, мы разберем, какие плюсы, кратко пробежимся по сайте, что есть данного проекта и какая цель проекта. Понравился этот проект чем? Ну, наверное, в первую очередь тем, что это будет глобальная система. И хотел бы добавить, что Debitum это уже, в принципе, ну, готовый проект. То есть данная команда уже давно работает в данной сфере уже. Эта платформа будет для глобального... Глобально, как бы, она будет для финансирования малого и среднего бизнеса. То есть любой человек, грубо говоря, там, частное лицо, или это будет какая-то юридическая организация, или частные, как бы, лица или юридические какие-то компании, средний и малый бизнес, он будет вхож в эту платформу и как бы получает определенные плюсы, бонусы от участия здесь, как бы ею пользоваться. Будет выгодно. На каких началах? На том, что данная платформа дает шанс любому человеку, кроме того, что открыть дело свое или его же развивать в любой части мира, мира, да, глобально. Неважно, какого вы можете находиться, допустим, в Европе, и финансировать вас может человек Нидерландов тех же или Штатов. Соответственно, это будет все на блокчейне, это все будет прозрачно и безопасно. Без границ. Физически это как бы убирает присутствие стандартных финансовых структур, которые по большей части работать ограничивают. Как посредники. Ну и как бы как посредники, они ограничивают деятельность вообще, как бы по большей части они ограничивают деятельность очень часто малого и среднего бизнеса. Они как бы зажимают его в рамки, определенные там ужесточенные правила получения инвестиций. Вот. Это как бы платформа, она за счет того, что она децентрализована, она позволяет любому как бы человеку получить инвестирование в определенном там размере под определенный установленный процент. При этом инвесторы, любые, кто инвестирует, они тоже получают свой профит. И бизнес, он реализуется, как бы основатели данного проекта, они как бы обращают наше внимание на то, что данная платформа, она как бы запускает сразу ваш бизнес в работу. То есть вы не теряете время, получаете как бы выгоду свою, можете реализовать свою продукцию, там, дело развивать, где вам нравится. Да, хотелось бы отметить, что данная команда представляли свои перед запуском ICO на конференции. Ну да, это была ведущая международная конференция по теме децентрализации, и здесь они завоевали как бы несколько наград. Это было, наверное, такой большой бум в истории вообще этого ивента, мероприятия. Они как бы получили награду, первое место от жюри и приз зрительских симпатий. То есть они получили как награду ведущего и вообще очень интересного, самого лучшего ICO. Наверное, вот так. Ну, как они описывают, это самая большая проблема кредитования и вообще брать кредиты на малый и средний бизнес. Это о том, что банки дают очень жесткие условия, требования, и не каждый малый и средний бизнес может как бы выполнить это все условия. Ну, получить, соответственно, инвестирование, какие-то денежные средства. То есть очень сложно многим пробиться на такой рынок, доступ иметь. Поэтому образуется такая большая дыра в инвестировании, как бы, и вот данная платформа, она будет решать эти данные проблемы. Будут, соответственно, определенные правила, обязательная верификация пользователей платформ, то есть будет такое сообщество. Если человек будет брать кредит, понятное дело, будет, нужно будет предоставить некоторые документы, кроме верификации, то есть дело и какое развитие. Ну и так там уже типа будет оценивать само сообщество, кто захочет проинвестировать. Это может быть абсолютно любой человек, то есть кого заинтересует. Ну, соответственно, за определенную процентную ставку выплаты обратно денежных средств. Ну да, как только реализация происходит, там, дело и получается уже как бы доход, да, собранный доход, он будет распределяться между инвесторами, те, кто инвестировали в данный проект. То есть все как бы эти... Плюс тут, если будет как бы сам заемщик и кредиторы, он не будет работать напрямую. Самое главное, что здесь не будет никаких инвестиционных фондов, средних каких-то, третьих лиц там посреднических. Абсолютно это все убирается, как бы здесь работа идет напрямую. Самое интересное, что здесь также есть функция страхования и возврата долга. То есть если есть какие-то
ну, во-первых, мало того, что оно на блокчейне идет, и это все записывается в историю, то есть не каждый захочет портить свою репутацию, здесь как бы каждый будет заинтересован в том, чтобы репутация была как можно красивее, чище, да, и интереснее, вот, чтобы с вами захотели работать и сотрудничать. Поэтому, в принципе, как бы сообщество наверняка будет работать над этим моментом. Ну и плюс, даже если как бы такие случаи происходят, у них как бы налажен будет механизм возврата долгов. То есть, в принципе, это все можно почитать. Новости, да, более подробно ознакомиться. Все ссылки, соответственно, будут под видео. Ну, промо-видео как бы можно вот послушать, правда, на английском языке, как бы, но один из сооснователей вот... Ну, в целом, о чем? Передает, как бы, да, свою идею о том, что... Ну, идея, как бы, основная та, что очень многие люди не получают, опять же, вот мы повторимся, не могут получить доступ к инвестированию, у них очень многих закрыт путь, очень высокие, как бы, требования стандартной системы банков, ну, и, как бы, много рисков, поэтому вот данная платформа и, как бы, данная команда, она нашла определенные решения. Ну, вот интересно то, что данная платформа, как бы вот эта данная сеть, скажем так, не платформа, а вот именно сеть, network, она будет построена на гибридном блокчейне. То есть здесь объединены будут бумажные валюты, да, как бы фиат. Да, фиат и блокчейн-технологии, что, в принципе, будет за основу взята эфириум, да, блокчейн, что сделает как бы систему и безопасной, и быстрой, и надежной. Ну и как бы вообще объединение фиата и блокчейна — это достаточно инновационное решение, как бы ход такой хороший, потому что все-таки многие бизнес, он работает не с криптой больше, а именно вот с фиатом, поэтому на платформе будет создан, в принципе, токен, да, DEP. Который будет работать без лицензии. Да, он будет как топливо для данной платформы, он будет как гарантия того, что услуги будут выполняться для всех сторон, всего, ну, вообще как бы всех участников данного процесса. Все это будет происходить без участия как бы официальных вот банковских стандартных каких-то структур. Как мы говорили, без посредника, там будет прописан смарт-контракт, по которому будет происходить взаимодействие между участниками. Если ниже немножечко опуститься по сайту, пройтись, там есть, как бы, вот, они взяли за основу какую-то, ну, там, историю Фернандо, например, который хочет там открыть, допустим, какой-то бизнес. Ну, Александр. К примеру, да, какой-то человек, да, без имен, допустим, он захотел взять себе, допустим, определенную сумму под открытие или развитие бизнеса. Если он, допустим, берет там, заходит на платформу, выражает просьбу, да, или подает заявку какую-то на получение определенной суммы денег, допустим, в долларах там 20 тысяч, под определенный процент, ну, к примеру, здесь, допустим, 12%. Потом, получается, как бы любые инвесторы там с Америки, Европы, вот они решают его профинансировать. Они как бы напрямую через эту платформу ему выделяют такую сумму. Фернандо реализует свой бизнес, он у него развивается, получает он свой доход. Как бы, и в итоге все инвесторы, которые ему выделяли такой долг в такой-то сумме, они, в принципе, получают деньги свои обратно. То есть все лица данной цепочки, все участники, они, в принципе, получают свою прибыль, доход, выгоду. И это все как бы надежно, безопасно и, в принципе, быстро, без посредников. То есть для тех, кто строит свой бизнес, это очень заманчивая платформа, в принципе, многообещающая. Ну, почему вот считают, что вообще рассматривают как бы инвесторы данное ICO как самое перспективное? Во-первых, потому что они готовы запустить уже данную платформу, у них уже есть готовый как бы разработанный продукт, который, в принципе, ожидает только запуска. Да? Они его планируют запустить в 2018 году. И они уже, если не ошибаюсь, с 2015 года работают данный проект и сделали много сделок, в которых есть... Да, у них как бы есть... Debifo, и разработана была, это основателями данного проекта, Intech, такие платформы как бы по взаимодействию там с клиентами, с бизнесом, с малым, средним. То есть у них есть определенная наработанная база клиентов, IT-технологии, и в принципе у них как бы за основу взяты даже вот какие-то вот моменты из прошлого опыта, плюс многофункциональный вот продукт, который у них можно даже протестировать, как бы здесь вот, если на сайте посмотреть вот, немножечко можно ниже, да, можно зайти, там как бы есть пароль, здесь нажать, кликнуть, допустим, здесь можно ввести предлагаемый пароль, как для тестового варианта, если не предлагается там логин и пароль. И если вы введете,
скопировать, у нас логин, пароль, и получаем вот визуально интерфейс, как все это будет выглядеть. Примерно как бы это тестовый вариант, в тестовом режиме можно посмотреть. То есть все будет как бы отслеживаться, какие-то инвестиции там получены, отправлены, все в виде графическом, вот как бы, ну, это все еще будет дорабатываться, то есть, естественно, как бы это все как для тестирования, но визуально уже можно увидеть, какой продукт, что он из себя представляет. Данная платформа выпустила токен DEP, который сейчас проходит ICO, практически заканчивается, буквально осталось 4 дня. И... Но мне кажется почему-то, что это все произойдет, может, даже быстрее, потому что вчера, например, был там предпоследний этап с бонусом 5%. Вот сегодня уже это больше, ну, там нужно было до отметки 14 тысяч эфириума, да, как бы предоставлялась скидка 5%, но сегодня это уже почти 15, то есть как бы вот буквально за полсуток они собрали уже тысячу, еще что-то. То есть до 20 тысяч там осталось не так и много, как бы, и возможно это завершится даже раньше, чем установлена дата, там 25 февраля. Стоимость токена на данном этапе у нас 6-й этап. Это за эфир можно купить 6500 токенов DEF. Минимальная сумма покупки 0,05 эфира. Если кого-то заинтересовал данный проект, интересуйтесь, разберитесь более. Очень много там данного проекта есть на русском языке, техническая документация. Также можете подписаться на рассылку, следить за твиттером, подписаться на новостной телеграм-чат. Ну, хотела добавить, что токены, которые не будут распроданы, они не будут как бы выпускаться снова в продажу или еще что-то. Они просто будут сжигаться. Да, они будут сжигаться. То есть, соответственно, если будет расширяться платформа, будет работать, соответственно, будет спрос и цена роста токена, конечно, будет увеличиваться. И плюс данный продукт будет запускаться в 2018 году. Буквально это вот этот год, и как только, так и сразу платформа будет уже в работе. То есть ну, это полноценная версия. Ознакомиться все в дорожной карте расписано. В конце 2018 года будет уже запущена полностью платформа на все 100%. Будет работать. Ну, это как бы, да, полная версия уже тестированная, там созданная, все прописано, проработанная целиком. Ну и как бы обменные платформы, которые, где вот вообще обмениваться будет токен, и торговаться это на обменниках, как Nebula, Люк, да, Люк такой есть. И вообще дополнительные как бы будут оговариваться, то есть где-то в начале марта объявят, где еще... Пройдет листинг, да, то есть также будут торговаться на стадии... На бирже. Да, на биржах они будут где-то в начале марта. Также вы на сайте можете ознакомиться с командой более подробно данный проект. Да, с учредителя Маркс Либерт есть ссылка на LinkedIn, Twitter, Medium. Также у него есть. Можете почитать, ознакомиться. Консультанты, как бы, здесь очень серьезная такая поддержка. Известные есть имена. Вот я Эрцог, он основатель, сооснователь, да, платформы Банкор, которая, в принципе, была как успешный стартап, и сейчас она функционирует полноценно. Работает. Да. То есть личных участвует в поддержке проекта всевозможных. Также я говорю, кому заинтересовал данный проект, подписывайтесь на новостную рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. Можете также ознакомиться о данном проекте в информационных сетях. Все ссылки на данный проект я оставлю в описании. Кому понравилось видео, ставьте лайки. О рисках не забывайте, помните, всегда они присутствуют. Всем удачи, всем пока. До свидания.